Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня очередной счастливый день, когда мы получаем первый заказ из каталога, и уже действует второй каталог компании Oriflame. Заказ настолько огромный, честно говоря, коробки неприподъемные, но здесь очень много продукции и под заказ, и для себя лично, и кое-что я даже заказала впрок, потому что переживаю, что это закончится, а знаю, что многие мои клиенты любят эту продукцию и опомнятся к концу каталога, когда уже ничего не будет на складе. Вы делаете так? Бывает у вас такое, что вы берете продукцию чуть-чуть в запас, зная, что она все равно уйдет, тем более что нас впереди ждут День влюбленных, 23 февраля, 8 марта и разные другие праздники внутри семьи, дни рождения, юбилеи и так далее. Итак, заказ больше 250 баллов, и я хочу начать вот с этой коробочки, потому что прям вот не хватает как ожерелье на моей шее, и я специально не стала его одевать, потому что знала, что придет коробочка с украшением Nord Skin. Это прошлогодняя коллекция, и это то самое ожерелье, о котором я так долго мечтала и все время думала: ой, ну ладно, есть же другие вопросы, которые нужно решать, закрывать, и не самое время себя баловать. Но потом я подумала: а почему бы и нет, ну кто меня еще побалует, если не я сама. Я согласовала с Мишей, и он сказал: окей. О боже, как это красиво, я аж забыла, как называется это украшение, но это бесподобно красиво. И я подумала, что это ожерелье, оно не одноразовое, оно будет служить много лет, и уже по опыту, как классно служит коллекция Nord Skin у меня, потому что есть несколько наборов, я даже не переживаю за качество и знаю, что коллекция не потускнеет, не испортится, то есть все будет окей. Застегиваю на последнюю возможность, чтобы он был чуть-чуть подлиннее. Ну как? И платье как удачно черное как раз здесь, что его хорошо видно. А почему именно это ожерелье? До 2 февраля идет распродажа на коллекции Nord Skin, и конечно, если вы что-то давно себе заприметили, то самое время воспользоваться огромными скидками и взять это украшение. И тут куча коробочек, и я, кстати, храню все украшения именно в этих коробочках, я их не выкидываю, потому что мне нравится, когда в этом тоже порядок. Далее, немножко глубоко, но давайте начнем вот так вот с больших предметов. Это под заказ пена для ванны. Если вы такую пену еще не брали, то самое время взять, потому что я думаю, что в следующем каталоге ее уже может не быть, и будем ловить ее где-то в распродаже уже по более высокой цене. 750 миллилитров счастья, я буквально вчера принимала ванну с этой пеной и просто балдела от аромата сочного персика. Очень долго держится пенка, то есть она не быстро оседает, и вот полный балдеж обеспечен. Потом такая кожа мягкая, гладкая, легко отшелушивается. Так, далее взяла себе два шампуня и кондиционера, два в одном. Серия Loving Care — это та самая серия, которая у нас с ароматом миндаля, очень мягкий, нежный, деликатный уход. Я люблю такие продукты. Во-первых, мне нравится дизайн такой светлый, чисто шведский, очень элегантный, и мне нравится, что в этой серии много продуктов. Вот я еще взяла жидкое мыло для рук из этой же серии, вот сюда буду ставить несколько мыл, здесь одно себе и остальные под заказ. У меня клиенты, кто попробовал хоть раз этот толстенький 125-граммовый кусочек, они уже постоянно просят это мыло, потому что знают, что оно хорошее. А крем-мыло мне самой очень нравится, потому что я, например, люблю больше мыло с дозатором, нежели мылить кусок мыла. И у нас дома всегда открыт и жидкое мыло, и кусочек лежит, то есть на любой вкус, каждому кто что хочет. Ура! Я заказала себе новинку, хочу в Париж. Я думаю, что я не одна такая, кто хочет в Париж, но вдруг мне тоже повезет. Но даже если бы не было никаких дополнительных условий, я бы все равно заказала этот аромат, потому что он мне понравился. Сначала я его подегустировала из пробника, вы знаете, так думаю: ну неплохо, но не совсем понятно, как-то не совсем. А потом мы приехали в бизнес-центр, нам привезли целый флакон, мужской и женский аромат. И я его, когда попробовала из оригинала, то поняла, что да, он действительно хорош, и мне он понравился. Как, в принципе, и все ароматы Eclat, они мне нравятся абсолютно все. И я брала себе всю линейку, некоторые даже по нескольку раз заказывала. Eclat Amour. Открываю.
И специально сегодня не пользовалась никакими ароматами, чтобы попробовать на себе новый аромат. Сейчас кот бы, главное, не сбежал от нас. Я забыла, что здесь кот. Ой, как классно! Ну все, я перенеслась в Париж, и теперь мы будем говорить на чисто французском языке. Шучу, я не знаю французский, я вам покажу еще, что я заказала себе со скидкой 50%. Та-дам! Все так меня хвалили, столько комплиментов, когда мы снимали видео, в котором я примеряю этот платок на голову, что я подумала: ах, использую-ка я эту скидку свою не на крем, как обычно, а на то, что меня действительно порадует и побалую себя, потому что скоро весна, и я чувствую, что такой платок мне очень даже пригодится. Решила, что хочу ходить в платках. Вот такой вот он красивый, как зебра. Очень классный платок, и такая универсальная расцветка подходит практически под любую одежду, как дополнительный аксессуар. Можно накинуть на голову, на шею, просто на плечи. Можно, за счет того, что это большой крупный размер, можно даже что-то с ним пофантазировать, сделать его в виде как-то блузона, намотать. Кстати, если вам интересно, напишите в комментариях, что вам интересно, как можно этот платок трансформировать по-разному. Я вам запишу отдельное видео, вы посмотрите, что вот с этим чудом можно творить все что угодно, и может быть еще успеете его заказать. Так, далее под заказ вот такой набор клюква. У нас была эта серия в 17-м каталоге, у меня клиентка попробовала такой крем, я, кстати, его просто дарила, и когда она их хотела заказать, то их уже не было на складе, а потом они появились в наборе, и вот она сразу заказала себе набор и мыло, и крем, что очень даже правильно она сделала. У меня в заказе огромное количество вот таких гелей, я их буду постепенно вылавливать, и вы поймете, что я их не просто очень люблю, я их обожаю, потому что, во-первых, я заказала себе в запас побольше, оставлю, во-вторых, я заказала уже для клиентов, у меня много на них заказов, ну пока больше не вижу, но будем вылавливать потихонечку, что-то найду. Так, еще одно жидкое мыло, вот такой вот мы порядок с вами организуем, и конечно же набор, как же он правильно называется, голливудская звезда, нет, голливудская мечта, набор гель для душа и мыло тоже под заказ, и по-моему еще один должен быть в коробке, не помню точно, но выглядит это все очень аппетитно, и я терла страничку в каталоге, мне тоже очень понравилось, как это пахнет. Так, слушаю аромат, сейчас раскрывается аромат, да, вот он начинает по-другому уже звучать. Мне нравится, прям очень нравится. Ну, я не говорю вам бегите заказывайте, я вам говорю, вы закажите пробники и подегустируйте его, чтобы хотя бы понять какие-то ноты, чтобы они вам откликнулись. Обязательно заказала Дима Билан Excite, на самом деле Excite от Дима Билан, но это классный очень аромат, у меня его заказала одна клиентка уже не первый раз, и вот кто этот аромат распробовал, тот уже его заказывает, ну, достаточно часто. Так, тоже под заказ клиентка пишет: а такая прелесть еще есть, и скидывает мне фотографию, где у нее там чуть на донышке остался такой спрей для тела, и, а я помню, что где-то я его видела, начинаю листать новый каталог, скидываю ей фотку странички, есть, она такая: закажи мне, пожалуйста. Ей очень понравился аромат, и мне он нравится, я тоже пользуюсь, но у меня он в основном летом, когда жарко, мне так нравится после душа вот просто распылить облако, войти в него, и вот на коже вот оседает вот это очень-очень приятные нотки в этом аромате, такие легкие, потом все тело просто очень вкусно пахнет. А тут у меня просто какой-то атас, 4 банки крема, 4, может еще есть, это новинка Essentials, витаминный крем, у меня его попробовали клиентки в прошлом каталоге, и теперь они, вся организация, заказывают эти крема, и так как они сейчас идут по акции с большой скидкой, то конечно же они его еще раз все повторили, молодцы. Вау, это тот самый спрей для тела и белья, давайте попробуем. Дары Афродиты, по-моему, правильно называется, не взяла каталог вот, к сожалению. Так, чтобы кота не спугнуть. Ой, ну-ка, сейчас развеется немножко.
Классно. Ой, как будет вкусно пахнуть белье. Вот такую штучку, я думаю, расход будет большой, надо будет повторить. Она такая интересная. Нет, мне показалось, что маслянистая. Нет, сразу все вот впиталось, стерлось, никакого жирного, ничего, блеска нету. Просто здесь во флакончике он как будто бы как маслица выглядит. Ой, слушайте, вкусно пахнет. Я взяла всю серию, достаньте мне всю серию где-то здесь. Так, вот еще масло. Ой, какой маленький малыш, 100 миллилитров масла. Давайте масло попробуем. Я обожаю масла, вот прям пару капелек выплеснула. Слушайте, какой кайф. До этого у меня любимое масло было вот из этой же серии Love Potion Soul Tempting, а сейчас его нет, и прекрасная альтернатива. Обалдеть, просто кайф. Я люблю, я не знаю как вы, а мы и массаж очень часто делаем друг другу, и поэтому у нас масла уходят просто моментально. А также масло можно ведь просто и в ванную добавлять, и просто мазать тело после душа, если кожа сухая, как у меня, то у меня вот все в ход идет, и масла, и крема, и лосьоны. Я это просто обожаю дело. Огромное количество в заказе у меня вот таких вот малышей, крема ко дню влюбленных и мыло. Я их заказала и себе, и на подарки, и клиенты у меня в огромном количестве все это заказали. То есть все писали по 2, по 3 штуки, и того, и другого. Вот. И еще потом прилетел заказ, уже не успела отправить. Уйдет в следующем заказе. Какие мыла прикольные. Давайте мыло откроем. Одно мыло я себе, естественно. Ух ты, оно прозрачное. Вот что мне нравится, нет резкого аромата розы, потому что для меня все-таки, когда слишком жестко звучит роза, я так не люблю. Я люблю, чтобы она была нежненькая, а в принципе аромат розы он достаточно тяжеленький. Ну здесь что-то еще помимо розы, но слюни потекли, и это просто как леденец, нежно-нежно розового цвета, сердце. Согласитесь, это гораздо приятнее, чем валентинку купить. Сейчас валентинки стоят 30, 40, 50 рублей. Лучше купить кусочек мыла, и человек будет им пользоваться, и он просто достает кучу удовольствия. Слушайте, какой он в руках приятный. Прямо сейчас положу его как раз в мыльницу, будем пользоваться. И хочу попробовать крем, потому что крем тоже всегда себе новенький оставляю. Так куда уже мазать, я уже везде все помазала. Да, консистенция такая же, как у наших привычных кремов в таких тюбиках, если вы брали с алоэ, с арникой, с авокадо, с облепихой, то вот у них такая вот легкая консистенция, но при этом они очень хорошо увлажняют кожу и быстро впитываются, не остается неприятных липких следов, и таких вот ощущений тяжести на руках тоже нет. Хорошенький такой. Так, его надо отдельно положить, чтобы не спутать со всеми другими, потому что я его уже потестировала, и его уже нельзя никому будет отдавать. Так, еще мыло достанем, еще одно жидкое мыло. Видите, да, тут сюрпризы и сюрпризы. Еще один гель, это уже какой по счету, шестой. Так, это я заказала себе шампунь для волос ромашка и авокадо. Он идеально подходит для сухих волос, и сейчас у меня, так как волосы я крашу в светлый цвет, и они у меня еще после стресса никак не отошли, после выведения черного цвета, мне сейчас на самом деле больше подходят шампуни, которые напитывают волосы, ухаживающих больше компонентов. Поэтому я этот шампунь в принципе уже знаю, и не первая моя покупка. Он очень концентрированный, то есть видите, медленно перетекает, не знаю, вам было видно или нет, он очень-очень густой. И чем мне нравятся шампуни Oriflame, то что их надо очень мало, и когда вы мне пишете в комментариях, что вам не подошел шампунь, то я даю сразу одну рекомендацию: уменьшить дозировку в 2-3 раза. То есть буквально вот на мои волосы, у меня длинные волосы ниже талии, мне нужна прям чайная ложечка шампуня. Я его вспениваю на руках, переношу на волосы, еще добавляю воды, вспениваю хорошо и обильно смываю водой. То есть вот тут нельзя экономить воду. Надеюсь,
у нас такой ситуации не возникнет, что нужно будет экономить воду. Вот, и тогда волосы будут круто промыты, чистые, и будет очень комфортно. А если не домыть, то что получится? Будет ощущение тяжести, как будто волосы такие непромытые, слипшиеся, даже, да, очень неприятно. Так, еще одно мыло и опа, мочалка. Так, есть где линия отрыва. Ой, как я хочу эту мочалку, и сегодня же буду ей уже пользоваться. Чем она мне понравилась? Я ее увидела сразу в каталоге, а потом еще попробовала в бизнес-центре. Она, во-первых, очень длинная, то есть ее удобно держать и массировать всю спину. Смотрите, какое расстояние. Во-вторых, у нее посередине есть карман, вот здесь вот застроченный карман, в который мы можем положить кусочек мыла. Сейчас прям продемонстрирую. Кармашек закрывается, как наволочка, знаете, туда-сюда закрылись, все, мыло не вывалится. И спокойно трем спинку, купаемся, то есть можно мочалку свернуть, потереть всю кожу, кусочек мыла будет здесь лежать и никуда не вывалится, и будет хорошо пениться. Вот эта мне идея очень понравилась, поэтому хоть у нас и полно всяких мочалок, но я думаю, что таких уходовых гаджетов, который помогает нам помыться, там привести себя в порядок, много быть не может. Вот такой вот классный гаджет. Так, добралась почти до подарка, но еще не совсем. Сейчас еще покажу вам. С распродажи я взяла два обалденных лака. Всегда меня спрашивают, а где ты находишь распродажи? Ребят, все просто. Когда вы все положили в корзиночку, нажимаете далее, и второй раздел — предложение. И вот в этом разделе как раз и находятся все удивительные продукты. По-моему, вот этот лак вышел всего 79 рублей. Он у меня сейчас как раз на ногтях, один слой. Нанести второй, они будут еще красивее. То есть я уже 3 дня хожу с этим лаком, я его просто обожаю, потому что он какой-то бессмертный, я бы так сказала. Даже если краешки, может быть, чуть-чуть подстерлись, просто сверху покрываю еще один слой, и лак выглядит шикарно. И даже если он чуть-чуть, может быть, где-то облупился, этого совершенно незаметно. Так, как вы помните, у нас была акция «Эксклюзивная покупка», был жуткий ажиотаж, дебаты и так далее, и так далее. Кто-то даже очень сильно огорчился. Так вот, я тоже готовилась к этой акции, у меня были грандиозные планы, но не все получается так, как мы хотим. Но, к счастью, да, компания всегда идет нам навстречу, и первое, что я вам покажу, я заказала на один номер вот такой нож. У меня уже есть такие ножи, мне они очень нравятся, я думаю, маленький, он у меня самый ходовой, я так над ними трясусь, что не дай бог кто-то возьмет по незнанию, начнет резать что-то жесткое, сломает. И я думаю, я просто возьму ножичек, положу себе в запас, пусть будет. А на второй номер я заказала, успела таки, то, что я хотела. Это было в списке номер 2. На первом месте у меня был специальный аппарат для ухода за кожей, на втором месте был именно этот ковш, и мне он как раз и достался, мне повезло. И эта фирма Rondel с этим ковшиком теперь моя, тем более что у меня уже есть полный набор посуды, который я получила по акции. И как раз такой ковшичек еще один мне будет кстати, потому что, как правило, маленьких кастрюлек всегда не хватает, потому что одновременно нужно что-то варить, там, например, яички, кашку, да, там перелить остатки супчика куда-то в маленькое, чтобы не стояла огромная кастрюля в холодильнике. Поэтому я и подумала, как же он мне будет кстати, такой классный ковшик, тем более что мы скоро, уже прям скоро будем переезжать, и нам нужна новая посуда, потому что будет индукционная плита, а это как раз подходит для индукционных плит. Вот, уже не знаю, куда ставить, там еще так много всего. Так, будем продолжать. Ага, пена. Пена — это значит, что где-то должен быть и бальзам. И если вы видели, в конце каталога один вижу, второй вижу. В конце каталога у нас идет акция для мужчин. Вот набор. Пена и бальзам после бритья всего за 299 рублей. И это очень хорошее предложение, одно из лучших в году, потому что эти продукты на самом деле дорого стоят. Я заходила даже посмотреть сравнение цен в Рубльбум, и там самая дешевая пена стоит 300 рублей, а здесь целый набор. О, еще один классный продукт, тоже с распродажи. Тоже там же я случайно умудрилась ухватить вот такую сумку, когда она была в каталоге. Я
не заказала, а потом жалела. На самом деле жалела, потому что такой обалденный цвет. И вот если раньше я как-то к таким цветам была равнодушна, то сейчас, когда вот у меня стал такой цвет волос, мне вообще поменялось отношение к цветам. И если раньше я не обращала внимания на такие вот теплые светлые оттенки, то сейчас наоборот мне как бы хочется их больше и больше. Я заказала себе вот эту сумочку. Смотрите, какая она хорошенькая. Магнитная застежка, накладной маленький карман снаружи, длинная ручка, которую можно регулировать. Вижу, здесь есть специальная клепочка, не буду все ее распаковывать. Внутри кармашек на молнии, подкладки нет, а карман подвесной, тканевый. Внутри лежит то, что впитывает влагу. Надо будет выкинуть, такие вещи не хранят. Очень удобный размер, то есть она такая небольшая на каждый день, а я очень люблю маленькие сумочки. В основном сейчас только с такими хожу. Представляете, какой яркий сочный аксессуар. Как раз у меня есть шарф с таким же цветом, то есть там есть ярко-желтый цвет, и я думаю, будет очень хорошо смотреться, супер. Вот, уже класть некуда, а вы говорите, сколько подарков и сколько приятностей, просто для себя очень много сделала. Так, эту коробку убираем, досматриваем, что здесь. Еще один гель, это уже 6-7, должно быть 8, вот еще один. Их нужно заказывать парными, чтобы они были со скидкой. То есть если вы заказываете 7 или 1 или 3, то один придет по более дорогой цене. Это не очень выгодно. Туши. Есть в заказе туши. Пока вижу 2. Давайте я вам расскажу про тушь. Многие мне задают вопросы про тушь в серебристой упаковке. Прям много-много пишут в личку. Пишите в комментариях, я уже вам отвечу. И многие люди прочитают, уже этот вопрос отпадет. По поводу туши, смотрите, они приходят запечатанные в пленку. Это очень хорошо, потому что многие клиенты не любят покупать продукцию, если ее кто-то мог до них потестировать. Я сама такая, я очень брезгливый человек, и я, например, когда вижу, что люди, ну я захожу тоже в Рубльбум, там разные магазины, где вот масс-маркеты, люди ходят, большой поток, я просто наблюдаю, как ведут себя люди. Они, если можно что-то открыть, открывают все, нюхают, а некоторые даже умудряются помазать продукцию. Это просто ужас. И вот тот момент, что в основном большинство продукции приходит запечатанной, это очень большой плюс. Итак, рассказываю про тушь в серебристой упаковке. У нее своеобразная щеточка, она в виде спирали, то есть как сверло от дрели. И первый день-два мне было непривычно, и я не понимала ее, просто я была в шоке, что это такое. Кстати, очень быстро руки, голова как-то перестроились, и я поняла, что как нужно краситься, просто было немножко непривычно, и все пошло классно. И если вот у меня клиентка взяла один раз такую тушь, то она становится постоянной клиенткой, как вот Наталья Александровна, она уже не знаю в какой раз заказывает эту тушь. Она действительно очень хорошо удлиняет, утолщает ресницы, она их подкручивает, какая-то невероятная кисточка, но творит чудеса. По поводу туши вот в этой розовой упаковке, я так скажу, я ее брала, когда только вышла новинка, да, я ей покрасилась, дочка у меня ее забрала, потому что ей она больше подошла, потому что она неплохая, да, но я ее не буду повторять, потому что мне она не очень подошла, и в Oriflame есть туши с другими кисточками, которые мне лучше подходят. Но у меня к этой туши нет никаких нарицаний. У нее пушистая, интересная кисточка, она хорошо красит, она и подворачивает, и расчесывает их. В принципе, тушь неплохая, но если есть то, что мне уже нравится больше, то смысла изменять этому я не вижу. Но у нее прикольная упаковка, очень такая дерзкая, современная, она очень красиво смотрится на фотографиях, эта тушь, и я просто видела, что девчонки с ней как только не фоткались, и я сама же тоже это делала, но это было очень прикольно. Так, это под заказ консилер в тюбике заказала клиентка. Кстати, я сама такой консилер никогда не пробовала, и в последнее время много вопросов, какой лучший консилер, я не знаю. У меня сейчас, у меня был раньше консилер с Giordani, его сняли с производства, потом я заказала себе консилер, который с кисточкой, но, ребят, их так надолго хватает, я просто физически не могу все попробовать. Я не вижу смысла покупать коробку этого и то, просто это все будет лежать. А если вы заметили, на каждой упаковочке есть такая
такая вот картинка, баночка с приоткрытой крышкой, то есть вот так вот нарисована, и написана цифра, то есть здесь написано 12М. Это значит, что если мы откручиваем крышечку первый раз, там понюхали, что вот с этого момента идет отсчет, нужно в течение 12 месяцев использовать этот продукт. У меня расход, например, консилера минимальный, я буквально капельку тун-тун на носогубке, тун-тун, все, один раз только в щеточку. Я не представляю, когда он у меня кончится, ну когда-нибудь тоже попробую. Но эта девочка заказывает не первый раз консилер, она все время берет, значит, он ей нравится. Еще мыло, мыло когда-нибудь закончится. Еще один набор, так как я и говорила, это все тоже под заказ. И гель для душа. Я взяла дары Афродиты, тоже себе полную серию, думаю, ну уж брать так брать, брать все. Поставлю на полочку. Кстати, в упаковке нет ничего необычного, такого прям вау. Нет, легкое золотое перышко, которое особо даже в глаза не бросается. В общем-то, очень все простенько, но мне понравился аромат. И я прямо сегодня подегустирую этот гель и расскажу вам в ближайших роликах, понравился он мне или нет. Думаю, понравится. И снова мыло. И вау, сейчас что-то покажу. Это под заказ Flamboyant. Повторная покупка, уже брали в эти руки, уже уходила такая водичка, сказали, что это обалденный аромат, и ждали, когда на него будет скидка, сразу заказали. Так, кто-то заказал помаду, я даже не знаю кто, честно говоря, но я-то себе точно не заказывала, в серебристой упаковке. Это энергоблеск, ладно, не буду открывать, пусть будет. И что еще я вам хотела показать? Та-дам! Эквадорская роза. Интересно, почему это смягчающее средство стоит так дорого, мне просто интересно. О, ну понятно, тут одна упаковка чего стоит. Вы знаете, надо было их делать к Новому году, я бы их повесила на елку вместо игрушек и дарила бы их своим гостям. Очень красивая коробка, очень красивая баночка. У нас, кстати, как-то была такая золотая, если помните, без аромата, а сейчас ну, аромат абсолютно не резкий, не такой яркий, что прям открыла баночку и упала в обморок. Нет, легенький, хорошенький, пробуем немножко, беру и пробуем, ну куда-куда, на кутикулу буду пробовать, у меня уже все замазано. Очень приятный аромат, я рада, что он не сильный, потому что у меня аромат розы, когда он, его слишком много, он меня прям утомляет, если честно. А когда его немножко, то как бы в консистенции с чем-то переплетается, с другими нотами, друг друга дополняют, то да. Слушайте, ну обычное наше смягчающее средство просто с эквадорской розы, которая невероятно ценится. Как вы знаете, масло розы, оно в принципе очень ценное для кожи, очень полезное, его используют с древности. В Болгарии, например, вообще славится маслами розы, люди туда едут, везут оттуда кучу масел для того, чтобы ухаживать за кожей, за телом, за волосами. Слушайте, ну все прикольно, очень нравится. Я заказала еще наборы, смотрите, мне положили все в один пакетик, то есть в набор входит новый пробник аромата Amber Elixir Mystery, не знаю как правильно. Это роскошный теплый аромат, посвященный красному морскому янтарю с нотами чувственной амбры и аккордом редкой красной лилии. Они намекают, да, что лилия должна купить лилию. Глубокий, соблазнительный, слегка экзотический. Слушайте, уже интересно. Пробую. Посмотрите, в начале каталога, буквально там какая-то пятая, может быть, шестая страничка, нам предлагают заказать целый набор. И в набор входит пробник нового аромата, пробник помады, пробник крема и один каталог, и всего 69 рублей. Это очень выгодное, хорошее предложение. Уже не знаю, куда мазать, чтобы понюхать. Потом буду разнюхивать, все пробовать. Ой, ну первые ноты меня прям очень вкусно. Я не знаю, как он потом раскроется, но первый вот сразу, я когда Экла Амур нюхала, мне первые ноты наоборот не понравились, а здесь нравится. Но это нужно будет подольше поносить,
потестить без смешения с другими ароматами, потом только уже можно делать выводы. Ну и это еще не все. Я смотрю, у меня тут в каталоге свалились. Я заказала себе бальзам для губ серии Essentials и маску. Если берешь два продукта, то идет на них акция. Маска, крем-маска, целый пакетик, хватит на все лицо и на шею, питательная маска. 10-15 минут такую масочку держим, кстати, прекрасный подарок. И я взяла бальзам, потому что я маньяка бальзам, бальзама маньяк, наверное, больше правильно сказать. Я очень люблю бальзамы, всегда их все заказываю. Пока не знаю, как он мне понравится. Я думаю, понравится, но нету запаха сильного. Тоже я вот в последнее время почему-то обращаю внимание на то, чтобы не было слишком резких и убийственных ароматов, потому что если нанести и то, и то, и то, и все это вместе превращать в такую абракадабру, что лучше и не надо. Приятный аромат. Так, пробники вынула, слушайте, весь стол завален, это заказ. Ну вот я хочу сказать, что это все, ух ты, новые каталоги, я еще ничего не видела, я с вами честна, как всегда, заказ только привезли курьеры, мы сразу, я кинулась наряжаться и вместе с вами вот все смотрю, поэтому здесь такой бардак. И еще что-то я ждала, вот еще вложили каталог бизнес и красота. Так, так, это я потом почитаю. И какой-то дополнительный каталог Nord Skin. А что здесь нового? По-моему, те же самые. А, очки. Ого. Ого. Ребята, здесь реально. Ух ты. Коллекция очков с камнями. Ух ты, все. Пора заканчивать эфир, я пойду. Шарфы, палантины, да какое все красивое. Цены, конечно, тоже ого-го, но я сниму отдельный обзор. Боже, глаза разбегаются. И далее идет повторение коллекции, которая у нас уже вышла зимой еще, по-моему, да, она у нас появилась. Да, супер. То есть вначале нас ждут новинки, очки и палантины. Я потом все внимательно посмотрю и запишем отдельный обзор. Вот, все, пустая коробочка, кайф. Кайф просто, я так довольна заказом, особенно вот этой штукой, рада, что я все-таки ее успела ухватить. Если вам тоже хочется что-то из серии Nord Skin, успевайте до 2 февраля, может быть, там что-то еще осталось. Вот, все, пойду пробовать, все тестировать, потом буду вам отвечать на вопросы. Пишите в комментариях все, что вот, ну, возникают какие-то вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Если есть какие-то дополнения, тоже пишите, потому что бывает такое, что я что-то невнимательно, не заметила, не учла или не дочитала инструкции, как обычно, я инструкции читать не очень люблю, но я вам всегда благодарна, если вы мне в корректной форме пишете какие-то дополнения. Вот, все, спасибо вам за внимание, оставайтесь на нашем канале, если видео полезное, с вас лайк, всем желаю чудесного каталога, классных покупок, чтобы вы себя от души могли всегда побаловать. Всего доброго, пока-пока!